Зайдем? То есть? Здесь можно поесть. Ты что, испугался? Я не за себя, у меня все-таки был разряд по дзюдо. Юр, давай договоримся. Ты за меня никогда не бойся. Ну, смотри. 100 грамм и яйцо. А рельсы-то, как водятся, у горизонта сходятся. А где мои вещи? Гражданин, сядь за стол. А? Свинюшник тут развили, понимаешь? Да. Нальются до краев. Дом не будет, жена, дети. 2 кружечки. Подожди. Килечку только сейчас из банки вынула. Килечку, пожалуй, мы не будем. А вот если можно... Не беспокойтесь, я их сама кипяточком. Спасибо. Пожалуйста.